Более 1500 военнослужащих Национальной гвардии круглосуточно оказывают помощь в зонах стихийного бедствия. Они активно участвуют в эвакуации граждан, доставляют гуманитарную помощь, патрулируют затопленные поселки, проводят берегоукрепительные работы и осуществляют отвод воды. Только сегодня из Астаны в Атырау на самолете доставлено 13 тонн гуманитарного груза. Из них 8 тонн продовольствия, остальное мешки с песком и мотопомпы. Кроме того, продолжаются облеты на вертолетах в западных регионах Казахстана.